Сцена окружного госпиталя повидала немало, но таких именитых гостей здесь еще не было. Квартет играет для зала, в котором собрались военные, проходящие лечение и реабилитацию. Синие пижамы, военная форма, черные костюмы квартета. Сегодня, наверное, тоже один из исторических моментов, когда на сцене 301-го военного клинического госпиталя нас приветствует один из ведущих коллективов Российской Федерации во главе с героем труда Юрием Абрамовичем Башметовым. Зрителей набралось прилично. Это те, кто может ходить и кому разрешили врачи. Для них симфонии русских композиторов Чайковского, Прокофьева, а также легко узнаваемые мелодии других авторов классической музыки. Еще перед залом выступил и сам Юрий Башмет. Артисты не в первый раз дают благотворительные мероприятия в поддержку военнослужащих и членов их семей. Делается это на регулярной основе. Выступают музыканты в различных городах России. Был в зале и губернатор. Мы не только материальную поддержку оказываем, и выплаты, и то, что нужно армии, дополнительное оборудование, шьем спальные мешки, палатки, изготавливаем все необходимые для фронта вещи. Ну и ребят поддерживаем, в том числе морально, духовно. Ответный презент от Восточного округа. Памятный знак и часы руководителю. Естественно, командирские. Анастасия Привецкая для Большого города.